В этом году участие в выставках принимают около 70 компаний-производителей и поставщиков оборудования и различных инновационных материалов, применяемых как в строительной, так и мебельной отраслях. На выставочной площадке представлены мебель для отелей и ресторанов, для дома и офиса, садово-парковая мебель, фурнитура и комплектующие и элементы декора. Строительные и промышленные компании представляют автономные установки очистки, вентиляционные элементы, деревообработку и кровлю, мебельные и строительные плиты, ламинированные полы и стеновые панели, лифтовое оборудование, окна и домостроение, керамогранит и металлоконструкции, строительные и отделочные материалы, проекты помещений, зданий и сооружений. В рамках программы выставки пройдут мастер-классы, направленные на улучшение качества жизни, как правильно выбрать мебель, современные инновационные внедрения в вентиляционных системах, как это внедрять в частных домах в том числе, вот, по флористике тоже, ну еще много всего интересного. Отмечу, что ежегодно строительную и мебельную выставку в Сочи посещают около 5000 человек. Это специалисты строительной отрасли, архитекторы и дизайнеры, представители власти и бизнеса, делегации крупных предприятий и, конечно же, гости и жители курорта. Экспозиция находится в выставочном павильоне «Ривьера Ивент Холл» по адресу улица Круизная, гавань 4. Посетить выставки можно с 10 до 18 часов до 17 ноября.